В ефірі студії «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нашої студії завітали заступник декана факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету Наталія Євгенівна Архипова. Вітаю вас. А також старший викладач кафедри дизайну Леонід Станіславович Ямроз. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про підготовку до вступної кампанії 2021 року, основні її тренди, особливості та взагалі які очікування від вступної кампанії цьогоріч. Ну, якщо говорити о трендах, то по-прежньому у нас тренд – це талантливі абітурієнти, творчі абітурієнти. Те діти, які дійсно хочуть проявити себе на поприще творчества. Вот. И то, что касается новшеств, которые в этом году ожидают их, когда они будут подавать документы и сдавать экзамены, это в первую очередь документы, сертификаты о сдаче ЗНО, которые немного будут отличаться. На специальности кафедры кино и телевидения по-прежнему украинский язык и литература и история, а вот на кафедру дизайна там произошли изменения. Требуются сертификаты ЗНО, украинский язык и литература и математика. То есть это основное отличие. Кроме этого, все абсолютно абитуриенты, желающие поступить, должны предоставить, помимо документации, информацию о которой можно подробно узнать на сайте гуманитарного университета, позвонив в приемную комиссию, либо позвонив в деканат. Помимо этих документов, каждый абитуриент должен для себя представить себе комплекс качеств своей будущей специальности, написать письмо, в котором он напишет, почему он хочет обучаться именно этой специальности, вот, описать свои мысли по этому поводу, описать свои планы, как он видит себя в будущем как профессионала и так далее. То есть вот такое должно быть обязательно письмо, по которому мы сможем оценить, собственно, уровень интеллектуальный абитуриента, оценить его творческие планы, оценить его креативность. Собственно, все ті качества, які необхідні нам для дальнейшого обучения. Тобто цей лист є творчим конкурсом? Так? Ні, це не творчий конкурс, цей лист – це помимо творчого конкурсу. Творчий конкурс по-прежньому включає в себе на наші спеціальності – це представлення творчих робіт. На кафедру кіно – це, звичайно, представлення короткометражок, відеокліпів. Звукорежиссеры обычно приносят такие небольшие свои плейлисты с сэмплами их уже производства, возможно, какие-то аранжировки, возможно, какие-то записи, которые они уже как любители делали. Вокалисты исполняют обязательно какие-то вокальные произведения по их выбору. То есть, опять же, по их выбору мы можем судить об их вкусе музыкальном, об их направленности голоса, то есть в каком направлении их можно развить. И актеры музыкального театра обязательно, помимо исполнения вокальных номеров, должны предоставить нам, нашему суду, так сказать, прозу, басню, то есть какие-то актерские этюды, чтобы мы могли оценить их актерские способности и хореографические композиции, импровизации. Вот, потому что эта специальность подразумевает владение тремя стилями, так сказать, деятельности, это актерское мастерство, вокал и хореография. А на дизайн творческий конкурс? На дизайн творческий конкурс проходит прямо у нас на кафедре 2-3 дня обычно. Это продолжается, вернее, в течение 2-3 дней. Кроме того, что дети приносят какие-то свои работы графические, живопись, рисунок, любые работы в области изобразительного искусства, на месте педагоги ставят несколько натюрмортов, которые они должны на месте отрисовать. Это, опять-таки, рисунок, живопись и задания по композиции. В общем-то, они довольно несложные, но в результате мы можем оценить, кто к нам приходит. И, кстати, эссе, вот это, или письмо, то, о котором сказала Наташа, оно тоже как раз нацелено именно на это. Мы должны понять, кто к нам идет и насколько он, этот человек, горит тем, чем он собирается заниматься. Горит и креативен, мысли, планы. То есть это такое знакомство во многом. Наталья Евгеньевна, расскажите, за какими направлениями готовят специалистов на факультете мистецтва и дизайна Международного гуманитарного университета? Ну, мы готовим специалистов в области кино, в области музыкального творчества и в области дизайна. Если говорить о кино, то это специализации телекинорежиссер, телекинооператор. Это одна
специальность. Вторая специальность – это диктор, телеведущий, интервьюер, журналист. Вот, это вторая специальность. Если говорить о музыкальном искусстве, то это речь идет об артистах, вокалистах и выкладычах вокалу. Причем речь идет только о эстрадно-джазовом направлении. И вторая специализация, которую мы тоже даем, это артист музыкального театра. Это комплексная специальность, которая включает в себя профессиональное владение в равной мере искусством танца, актерского мастерства и вокала. Потому что на сегодняшний день именно актеры такого направления имеют очень большой спрос, и их очень мало, людей, владеющих этим искусством. Кроме этого, с этого года еще одна специализация переходит в разряд музычного мастерства. Это специальность звукорежиссер. Что до недавнего времени она относилась к кинопроизводству, к аудиовизуальному искусству и производству. Однако решением Министерства образования эта специальность переведена в разряд музычного мастерства. Поэтому эта специальность тоже относится теперь к музыкальному искусству. Это звукорежиссеры, звукооператоры, то есть все, что связано с работой со звуком. А дизайн у нас две специализации. Две специализации, да. Есть, скажем так, более классическая, называется графический дизайн, и вторая специальность звучит гораздо более современно, называется дизайн в области современных мультимедийных технологий. Собственно, и та, и другая профессия, на мой взгляд, вполне современные и востребованные. Особенности, ну, понятно, мне кажется, из самого названия, да, те, кто идут на специальность мультимедиа, у них немножко больше технической специализации, больше компьютерной части, хотя, в общем-то, и те, и другие дети выходят абсолютно современными и подготовленными. Розкажіть, будь ласка, які переваги у таких спеціальностях, як, наприклад, вокал та акторська майстерність? Ну, переваг на самом деле очень много, потому что на сегодняшний день эти специальности выходят за рамки просто певца, просто преподавателя вокала и просто актера. Вот, потому что сегодняшняя как бы действительность диктует такие условия, что люди, обладающие этой профессией, должны уметь очень много. Но вокалисты и выкладычи вокала, кроме того, что они, собственно, учатся петь, изучают музыку, изучают сольфеджио, музыкальную литературу, историю стилей музыкальных. Кроме этого, они обязательно должны получить подготовку в области психологии, потому что они выходят, будут работать с детьми, в области методики преподавания, в области строения голосового аппарата. Кроме этого, мы даем начальные навыки композиции, потому что очень мало кто из современных исполнителей не пишет песни на сегодняшний день. То есть я считаю, что каждый исполнитель, если он достаточно творческий, то есть он должен уметь оформить свои мысли, которые, несомненно, у него возникнут, в правильном, как бы, правильную обертку их одеть. Потому что это, естественно, навыки аранжировки, это навыки студийной работы, это навыки оформления музыкального материала, навыки понимания формы музыкальной как таковой для того, чтобы этот продукт был законченным. Вот. А то, что касается актеров, опять же, на сегодняшний день настолько существует многообразие жанров и на телевидении, в театре, и в шоу-программах различных, что от актера уже мало быть просто актером, да, и он должен уметь очень многое. Он должен владеть своим голосом профессионально, как в плане дикции, так и в плане вокала. Он должен уметь работать с залом. Он должен уметь не просто вести себя сценично и пластично на сцене. Он должен уметь показать музыкальный материал еще со стороны хореографии. Но и кроме всего прочего, наша цель – это воспитание синтетического артиста, владеющего в равной степени этими тремя навыками. То есть это должен быть человек, который выразительные средства которого доведены до совершенства в этих трех направлениях. Леонид Станиславович, расскажите, будь ласка, чи актуальна сьогодні спеціальність дизайнера? Я, честно, даже растерян немножко. Все, что мы видим вокруг, ко всему этому приложил руку дизайнер. Он может даже себя так не называть, но, наверное, сейчас уже называет. И это и дизайн в области, то, что мы видим здесь, да, это сценография и построение
сценических пространств, это 3D-моделирование, это графика книжная, плакатная. Кстати говоря, мы каждый день, выходя на улицу, сталкиваемся с огромным количеством визуальных объектов, да, с которыми мы коммуницируем. Все это произведение дизайнерской мысли, дизайнерских рук, хороших или плохих, да, и в результате мы видим разные, к сожалению, примеры иногда на улицах. Но востребованность очень высокая. И я хочу сказать, что наши выпускники, а мы поддерживаем связи, контактируем со многими из них, в итоге работают в самых разных областях. От, как я сказал, там, визуальных коммуникаций, графический дизайн, это плакаты, это книжная графика, до производства мультфильмов. Ну и, конечно, современная часть — это разработка приложений, веб-сайты и много-много разных мелких подразделений дизайнерских. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. То есть дальше они уже специализируются, каждый в своей области, в области мультимедиа-приложений. Интернет, да, сайты, видео, кинопроизводство, техническая часть, дизайнерская часть. На самом деле востребованность высокая. Если ты человек с руками, с головой, с творческой жилкой... Розкажіть, будь ласка, які існують методи навчання сучасні для дизайнерів? Можливо, ви мене зараз виправите, але, на мою думку, дизайнер – це спеціальність, яка пов'язана з комп'ютерними технологіями, які розвиваються, оновлюються. От як оновлюється навчання для дизайнерів? Так, це насправді дуже важливо. І в якійсь степені це часто проблема, тому що преподавателям точно так же потрібно розвиватися кожен день, кожен рік, кожен місяць, як і студентам. Дуже швидко все змінюється. И нужно отдать должное, кстати говоря, нашему университету. У нас довольно достаточно приличная техническая база, компьютерная база. Есть возможности нормально работать и эффективно работать. Программы обновляются, учебные программы, я имею в виду, обновляются ежегодно. Мы стараемся их адаптировать в связи с меняющимися требованиями на рынке. Вот. Но при этом хочу сказать, что важно, мне кажется, очень важно, и это особенность нашего учебного заведения. Мы не только учим современным техническим программам. И во многом понятно, что дизайнер, практикующий, все равно будет учиться, так же, как будут изменяться программы, появляться новые технические средства. Да, человек будет вынужден и после окончания учебного заведения обучаться для того, чтобы быть востребованным на рынке. Но, что мне кажется важным, мы даем очень хорошее и классическое базовое образование. На основе этой базы можно развиваться очень плодотворно. Я имею в виду, история искусства, теория дизайна, графический, вот классический подход графический, рисунок, живопись, композиция. Это такие базовые вещи, на основе которых можно дальше уже любую техническую оболочку одевать. Розкажіть, будь ласка, хто є викладачами факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету? Це теоретики або практики? Адже абітурієнту дуже важливо, щоб викладач був тісно пов'язаний з спеціальністю. Да, совершенно верно. У нас, звісно ж, так як ми работаем в университете, у нас есть определенный процент научных работников, людей-теоретиков, которые именно занимаются развитием науки в наших областях. Однако большинство наших преподавателей все-таки практики. То есть это люди, которые остаются в профессии параллельно с работой, преподавательской работой. То есть люди, которые действительно все время развиваются как практики. И это очень важно, потому что мы потом соединяем наши работы параллельно со студентами. То есть студенты работают, и мы уже коллеги в какой-то степени. И здесь очень такой интегрированный творческий тесный процесс происходит, который, на мой взгляд, очень плодотворный, и он помогает действительно быстрее обрасти навыками, необходимыми для наших специальностей, потому что наши специальности — это прежде всего практические навыки. Наравне с теорией, то есть теория — это, знаете, такая начальная, базовая вот, основа, как бы база. А в основном наше обучение связано с приобретением профессиональных навыков. То есть это в нашей сфере, вот как можно сказать, у вокалистов и актеров, это даже, знаете, я бы сказала так, мышечная наработка и тренировка этих навыков, которые не могут прийти просто со знанием теории.
То есть они не возникают просто так. Они требуют ежедневной, неусыпной, как говорится, работы и развития. Только тогда можно стать профессионалом. То же самое в дизайне, мне кажется, да. Это с теорией не может быть связано. Прежде всего, практика. И этим мы выгодно отличаемся. Наскільки сьогодні випускники факультету затребовані, та як ви ж піклуєтеся про подальше працевлаштування своїх випускників, та як студенти факультету мистецтва та дизайну, де вони проходять практику або стажування? Знаєте, я хочу сказати, що це теж ще один плюс наших студентів, так як вони на самом деле дуже креативні і горять своєю спеціальністю, вони в основному всі параллельно обучению, где-то на третьем-четвертом курсе уже начинают работать. Вот. И поэтому в основном не встает вопрос о трудоустройстве, потому что к моменту окончания вуза они уже, как правило, все работают. Вот. И что касается баз практики, то у нас заключены договора с, непосредственно, вот, например, про музычное мастерство могу сказать, что это музыкальные школы, это детские студии, где студенты получают квалификацию, учатся преподавать, потому что они получат квалификацию выкладача. Это концертная практика, Urban Music Hall, где студенты получают именно навык выступления на сцене. Вот. Это киностудия, это различные студии по городу, там, где наши операторы и звукорежиссеры могут, опять же, получать практические навыки работы с живым материалом. Вот. Ну и у дизайнеров это у нас база практики, связанная с типографиями. Не только. Да. Это издательство, да. Издательство. Там, где они занимаются иллюстрированием книжной графикой. Есть дизайн-студии, которые занимаются графическим дизайном, подготовкой, брендингом, дизайном в области маркетинга. На самом деле, то, о чем Наташа сказала, действительно, многие студенты в 3-4 курс, они уже работают, они востребованы, да, и к счастью, они уже понимают очень четко, чего они хотят от профессии и от нас, как преподавателей. Иногда даже это сложно, да, потому что они тебя все время дергают. И области самые разные. И, кстати говоря, некоторые наши выпускники уезжают за границу. Из последних несколько человек работают в Германии в достаточно крупных дизайн-студиях. Одной из девочек наших, я недавно переписывался в Канаде, она работает в мультипликационной студии. Мир сейчас становится меньше, востребованность людей, к счастью, есть. И благодаря связям, да, вот этим интернет-связям, технологиям, иногда, конечно, можно работать и отсюда. Но кто-то и уезжает, и работает в студиях там на месте. Самые разные области, все, что связано с дизайном. Мы, кстати, начали говорить о людях, да, и о практиках. В нашей области, в нашей специальности, скажем, в сценографии, наш заведующий кафедрой Александр Витальевич Токарев, заслуженный художник, художник кино, работает до сих пор в области, и сейчас, да, в области кино, сценографии. Григорий Аркадьевич Палатников, заслуженный художник, крупнейший специалист в области книжной графики, который и сегодня востребован и работает каждый день. Вот в этом году, по-моему, очередная презентация книги, он иллюстрировал большой двухтомник Казачинского. В прошлом году мы с ним сделали большое издание «12 стульев». Это вообще для одесситов, мне кажется, такое веха. Да? И когда тебя зовут с такой работой, это много значит. Вот такие люди, это люди сегодня работающие, они не теоретики, они чувствуют практику каждый день и поэтому знают, чего ждет сегодняшний там, рынок. Да? Да. Ну а у нас это Георгий Викторович Делиев, да, но не нужно представлять, не нуждается в представлениях. И Наталья Юрьевна Прокопенко, тоже режиссер, ведущий. И у нас наши педагоги-вокалисты, все практикующие. Юрий Николаевич Роменский, это участник группы Man Sound, вокалист. Нина Вячеславовна Кровец, декан факультета. Это человек, воспитавший целое поколение сегодняшних, собственно, звезд эстрады. Вот. Поэтому у нас тоже все наши преподаватели продолжают активно уже сотрудничать с нашими выпускниками, которые, то есть мы уже, можно сказать, вокальные бабушки и дедушки, потому что уже наши выпускники выпустили своих артистов, которые на сегодняшний день украшают телевидение, площадки города Украины и зарубежья. Розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічну базу Міжнародного гуманітарного університету, у яких умовах навчаються майбутні дизайнери, вокалісти, актори.
в режиссеры? Ну, во-первых, это такая база, которая находится в постоянном движении. Она требует постоянного обновления, дополнения. Вот что-то, естественно, растет технический прогресс, выходят какие-то новшества, которые мы, естественно, хотим приобрести, пополнить свою базу. У нас есть студии оборудованные. Вот сейчас мы заканчиваем, доукомплектовываем студию, телестудию, которая одновременно будет и на студии звукозаписывающей, вот, для создания проектов. Естественно, у нас есть полный набор инструментария для обучения, полный набор инструментария для ритм-группы, ритм-секции, которая необходима вокалистам для выступления. Вот, это залы, классы, кабинеты, это аппаратура для прослушивания музыки, для видео, как говорится, презентаций. Это телестудия с телекамерами, то есть звукорежиссеры у нас работают в двух даже студиях. Вот, поэтому как бы база, и она, вы знаете, все время варьируется. То есть мы еще стараемся пополнять, расширять, потому что технические требования, конечно, растут. Розкажіть, будь ласка, у чому, на ваш погляд, переваги навчання саме в Міжнародному гуманітарному університеті на факультеті мистецтва та дизайну? Мені кажется, ми вже коснулись этого несколько раз. Я ще раз, наверное, вернусь. Ми, к счастью, даємо не тільки ремесло. Да? Ми не учимо двигати мишкою или нажимати кнопки на комп'ютері. Ми даємо базовое эстетическое, да, образование, которое позволяет дальше человеку в своей профессии чувствовать себя уверенно всегда. Еще раз, если вернуться вот к классическим академическим дисциплинам типа рисунка, живописи, теории, истории, искусства, это дает человеку такой бэкграунд, которым он может пользоваться всю жизнь и на котором растут хорошие плоды, скажем так. Этим, мне кажется, мы выгодно отличаемся от, ну, условно, курсов, которые тебя могут научить за полгода азам техническим, да, но не дадут какого-то магистрального направления в этой области. Так же, как спортсмен, который тренирует мышцы каждый день, да, поднимая гири, наши студенты тренируют свое эстетическое чувство. Это точно такая же мышца, на самом деле. Да? Насмотренность. Они должны, как знать, классические произведения, так и быть, чувствовать современные тренды. На самом деле этому достаточно большое время уделяется. И мы, как педагоги, и просто каждый день... Кстати, еще большой плюс, мне кажется. У нас группы небольшие. Фактически мы работаем с каждым студентом. И мы, и... Да, практически индивидуально. Да, практически индивидуально. Небольшая группа позволяет установить очень точный, четкий индивидуальный контакт. Мы работаем... это все наши репетиторы, да? А не преподаватели, которые заходят в аудиторию, где сидит 100 человек. Да, я еще хочу сказать, что условия для обучения, что на сегодняшний день немаловажно, очень хорошие. Это прекрасные классы, светлые аудитории, оборудованные. Вот, поэтому, теплые. Да, теплые. Это немаловажно на сегодняшний день. И хочу еще сказать немного о нашей бурной поза-МГУшной деятельности, вот, потому что у нас огромное количество концертов, огромное количество различных мероприятий, связанных и со спортом, и с общественной деятельностью. То есть на самом деле жизнь очень бурная. И в каждой из этих областей наши студенты, каждый может себя применить уже со своими профессиональными навыками, приобретенными в университете. Вот, то есть это не просто сухое обучение, да, а еще и применение в общественной жизни уже этих приобретенных навыков. Розкажіть також, як відбувається навчання в період COVID-19 та як керівництво вишу піклується про безпеку своїх студентів? Ой, это, конечно, такая тема. Мы все больная, да, мы все проходим через это в первый раз. Естественно, и руководству очень сложно, и нам очень сложно. Но хочу вам сказать, что мне кажется, что мы с достоинством выходим из этих ситуаций, потому что учебный процесс удалось организовать онлайн не только в тех специальностях, которые требуют действительно теоретической больше подготовки, да, то есть то, что связано с... Ну, может быть, каким-то специальностям все-таки легче, чем творческим, потому что, например, такая профессия, как артист, вообще требует просто общения живого с публикой. Вот. Но, тем не менее,
мы нашли способы, как себя творчески воплощать, и спасибо руководству, оно нас поддерживает в этом. Вот, наши все начинания поощряются, и, как говорится, надеемся, что это, конечно, закончится быстрее, это онлайн-обучение, но, тем не менее, если вдруг будет брошен и далее такой вызов, то мы, можно сказать, сумели быстро переформатироваться, принять этот вызов и вместе с руководством продолжать качественно обучать. Мені здається, чому вже зацікавили абітурієнтів, і вже більша частина бажає прийти та побачити все на власні очі. Тобто зараз у вас є можливість запросити їх, можливо, на дні відкритих дверей, чи просто на екскурсію факультетом, побачити, послухати лекції, побувати в теплих стінах Міжнародного гуманітарного університету на факультеті мистецтва та дизайну. Да, я хочу, прежде всего, призвати всіх підписатися на нашу страницю в Фейсбуці і посетити сайт офіційний, тому що саме там ми освіщаємо всі важніші мероприятия і просто выкладываем все, как говорится, ну, всю информацию о текущей нашей жизни. Это наши выступления, это какие-то наши хорошие новости, да, это выступления наших студентов, это работы дизайнеров, это короткометражки, которые делают наши киношники. Вот, то есть, если вам интересно подробнее узнать, зайдите на наши страницы. Есть, вы найдете очень много интересной информации, которая вас еще больше вовлечет и приведет в наши стены. Дякую вам за таку теплу розмову. Дуже приємно було з вами сьогодні поспілкуватися. Нагадаю, що гостями студії були заступник декана факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету Наталія Євгенівна Архипова, а також старший викладач кафедри дизайну Леонід Станіславович Ямроз. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь з репортером та до нових зустрічей в ефірі.